Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал. Давай там всякие там развлекательные видео с путешествия, давай нам всякие информативные видео, да? Вот пришло время ответить на самый главный вопрос, который сейчас задают, это сколько нужно денег для переезда в Великобританию. У меня, конечно же, есть универсальный ответ. Чем больше, тем лучше, особенно если вы приезжаете не один, особенно когда с семьей. Вот, когда я приехал в Великобританию, у меня было в кармане 900 фунтов. Это сумма для идеального плана жизни здесь сначала. Это на жилье, на еду, на проезд, на связь. И нужно было потом сразу выйти какую-нибудь работу. Я такой подумал, чтобы вам все более-менее так рассказать о наших расходах, сколько у нас выходит месяц жизни здесь в Великобритании и семьи, на семью из двух человек. Детей у нас пока что нет. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы поблагодарить каждого за подписку, за лайк, за комментарий. Это очень мотивирует. Да, за теплые слова. И также хотел бы сказать спасибо тем, кто пишет негативные комментарии, там наподобие то, что я там трус, там я предатель и так далее. Знаете то, что я на вас не обижаюсь. Вы мне очередной раз показываете то, что я чужой среди своих, вот, дома. Так что вот, поехали по нашей теме. Великобритания — это одна из самых таких богатых и самых дорогих стран. Вот, и самая такая львиная доля вашего бюджета будет уходить, конечно же, это на жилье. Жилье здесь очень дорогое. Мы снимаем комнату в новом доме. Большая такая комната, светлая, уютная. Квадратов где-то 16-18. Комната эта была у нас с мебелью, там двухспальная кровать, большой шкаф, большая тумбочка и комод, большая кухня с новой техникой, и коммунальные платежи у нас, конечно, все включено, все эти газ, вода, там отопление и так далее, и интернет, Wi-Fi тоже все включено. Сюда еще вход у нас, это хороший, тихий, очень чистый район. Две ветки метро, до одной которой там 3 минуты, до другой там 10 минут пешком. И станции автобусные тоже вот. Может быть показаться, что это очень дорого, но оно того стоит, поверьте мне. Жилье, если там, допустим, снимать на семью, конечно, там нужно будет все отдельно. Где-то выходит 1250-1300 в месяц. Плюс еще, конечно, 2 недели депозита для начала. Если приезжать, допустим, один, можно начать это с койки места. Она там стоит, сколько она стоит? 40 фунтов в неделю. А сингл-комната, когда я только приехал, снимал за 450 фунтов. Это комната одного, она была где-то 9 квадратных метров. Мы, кстати, записывали, какое у нас было жилье раньше и какое сейчас. Видео вот есть на нашем канале. Все ссылки, кстати, будут в описании. Так что посмотрите. Дальше поехали у нас. Это еда. На еду у нас уходит 200 фунтов в месяц, на двоих 50 фунтов, да, получается, в неделю. Может быть, показаться, что это мало, но мы себе ни в чем не отказываем. Закупаемся мы раз в субботу, каждую субботу в магазине Tesco здесь, это как аналог в России Ленты, все то же самое. Не знаю, покупаем также себе фрукты, овощи, рыбу красную, там мясо,
стейки всякие. Короче, ничем себе не отказывал, ни разу не было того, что мы там тут голодаем. Поехали дальше. Дорога. Да, это тоже один из самых таких больных тем по бюджету. Дорога. У нас уходит 280 фунтов в месяц. 80 фунтов уходит у моей жены. Она ездит исключительно на автобусах. Проезд стоит где-то фунт 75. У меня уходит 200 фунтов, потому что мы... Ну, в неделю получается 50 фунтов, уходит 20 фунтов. Это у меня на автобусы, метро, и каждую неделю мы скидываемся на машину, которая увозит нас до работы. По 30-35 фунтов где-то вот так вот. В зависимости, сколько будет человек. Ага. Дальше. Связь. Связь у нас в месяц на двоих уходит 20 фунтов, 10 фунтов на человека. У нас тут мобильная связь, это GiveGav. Это интернет-связь, такой как Тинькофф Мобайл, может, в России, да. И сюда входит у нас 21 гиг интернета, безлимитные звонки и смс. Хватает вот так, потому что у нас дома есть Wi-Fi. Кстати, эту мобильную связь мы рекомендуем, везде ловит. Развлечения. Да, надо себя баловать, смотреть, кушать новую еду. Еду. У нас уходит 300 фунтов, да? Повторюсь еще раз. На двоих в месяц. Поход какую-нибудь там кафешку, в ресторан на двоих будет выходить от 70 фунтов. Вот последний раз мы ходили в Тоттенхэме, кушали такой большой стейк. Заказали там пюрешка, грибы и бокал пива. Это я себе только заказал. Жена там тоже мясо. Короче, ну, мы посидели где-то в среднем на 50-70 фунтов выходило. Куда мы тут не ходили, вот одна и та же цена. Музеи здесь бесплатные. Концерты здесь где-то 100 фунтов, где-то по 50 фунтов есть, там всякие стендапы. Футболы там тоже по 50 фунтов. Короче, здесь это только так можно разгуляться. Жена тут уходит у меня еще на курсы по английскому языку. Платим мы 140 фунтов в месяц. 40 фунтов в месяц. Вот. По бьюти-сфере, барбершоп у меня уходит 30 фунтов. Это у меня all inclusive, там борода, стрижка, там скрабы всякие разные, да, балуюсь иногда. По женской части, извините, девчонки, я не могу ничего сказать, потому что у меня жена тут маникюры сама делает. Парикмахерскую она, не знаю, как приехала, у нее волосы так медленно растут, ни разу не ходила. Ходила только на этот, девчонки знают, на кератин. Тут она отдала где-то 120 фунтов. Жена мне вчера сказала, то, что раз в полгода можно ходить. Бьюти сфера здесь, и то, что человеческим вот этими ручками делается, здесь так-то дороговастенько все оплачивается, стоит. Это хорошо и плохо для тех, кто потребляет. Вроде все сказал, то, что у нас тут уходит. Жилье сказал, еда сказал, дорога сказал, связь сказал, развлечение сказал, курс английского сказал, бьюти сказал, всякие разные. Если тут постоянно работать, нормально работаем, особенно здесь для мужчин, это стройка, где всегда крутятся деньги. Вот если вы только приехали, вот и с чего-то начать. Зарплата здесь сколько примерно? 2000 фунтов в среднем, да? 2300 фунтов. Это в зависимости еще. Это вот начальный уровень, там какой-нибудь лейбор, там разнорабочий. А если вы, конечно, шарите, не знаю, там плиточник, то там еще
фасады там все. Короче, специалист. То, конечно, там тут с руками, ногами только и зарплата у вас будет выше. Это я сказал из нашего опыта. Ладно, по делу сказал, дальше пошла одна вода. Также хотел попросить, кстати, подписаться на наш канал. Да, это очень мотивирует. Все полезные ссылки, конечно, это будет в описании к этому видео, так что все не так страшно. Увидимся в Лондоне. Давайте, пока.